Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро Вампир. И в этой серии мы, скорее всего, вернем, короче, Элизабет. Да, вот у меня, короче, смотрите, в руках, короче, посох жизни. И нам остается только расколдовать ее. И все. Ну, далее, конечно, вылечить Альтаира, победить ведьму. О, нифига, смотрите, там что-то охотники палят в окно. Надо будет туда потом сходить. Ладно. Короче. Но для начала, друзья, поставьте прямо сейчас лайк. Да, вот прямо сейчас давайте лайкусик свой царский. Давайте раз, два, три. Все, кто поставил лайки, те молодцы. А еще подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Так, ну что ж. Для начала мы сходим к Блейду. Да, друзья, сначала мы, короче, сходим к Блейду, чтобы, короче, ну это... получить ведерочко. А посох мы пока положим вот сюда, да. Все, посох пусть у нас находится здесь. Все, все будет окей. Расколдуем вот на, значит, Элизабет. И все. Так, сначала, короче, сходим к Блейду. Опа, 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 опа. Тихо, тихо, меня сейчас палят. Так, все. И здорово, бродяга. Пока, бродяга. Так, кто у нас тут, смотрите, да, ходят. О, ничего, они меня спалили. Смотрите, сходу, сходу. Да, опасно, опасно, опасные, конечно. Опасные, конечно, чувачки палят меня вообще просто, просто изи спалили. Так, ну что, сейчас надо найти, короче, Блейда, Так, ну что ж, идем, Где-то здесь у нас должен быть Блейд, да, старина наш Блейд. Мы его сейчас, короче, найдем. И, а, по-моему, смотрите, да, вон он, по-моему, стоит. Да, что-то, короче, по-моему, ну-ка. Здорово, Блейд! Здорово, вампир. Ну что ж, готово заклинание. Наши алхимики смогли сделать ведро. Вот, посмотри, сейчас я тебе покажу. Так, вот оно. Держи, держи. Нифига себе, смотрите, реально. А все, готово, типа? Да, готово. Кстати, Блейд, сзади, по-моему, подслушивают. А? Ну-ка, кыш отсюда, вот так вот. Спасибо, вампир. Короче, теперь с помощью этого ведра ты отнесешь ведьме, и если она будет злая, то ее магия не сработает, все нарушится. А то вдруг она хочет мирового господства. В общем, на этом мое задание оканчивается. Теперь ты должен найти еще листовку в доме. Ну, ты говорил, типа, там что-то найдешь, там виновник, невиновник. Вот. И если там будет виновник сразу написан, то мы с разборкой пойдем к нему. Ну, в общем-то, все, вампиры. Как бы, я все сделал, все. Давай, как говорится, goodbye. Нифига себе, друзья. Нормально, нормально так. Ну, ну что ж, дорогие друзья, все. Мы, в принципе, все. Мы готовы, то есть, так сказать, к финальной миссии. То есть, смотрите, как реально все совпало. То есть, и это. Вообще клево. Так, ну что ж, короче, бежим быстрее, значит, в дом. А положим, значит, вот это ведерко, И, в общем-то, так, ну, закрыть, что закрыть-то? Ой, яйцо, ну-ка. Вылупит кто-нибудь? Нет, никто не вылупился. Так, кстати, сейчас надо попить, короче, немножко. О, нормально, нормально, все, побежали. В общем, дорогие друзья, значит, смотрите, какой план капкан. Мы сейчас, короче, берем. Ой, нифига, палят меня, Тихо, братки. Ой, там тоже браток. Так, сейчас мы, короче, замаскируемся. Вот, маскировочка. Все, мы подрубили маскировку. Ой, даже дождь пошел. Все, отключили, короче. Так, ну что ж, ну-ка, забегаем, короче, быстрее домой. Так, значит, положим пока что ведро вот сюда, чтобы ведьме отнести. Ну что ж, самое время, короче, расколдовать Элизабет. Не понял. А где посох-то? О-о-о. Элис, ты никого не видела? Ты чё такая дерзкая? Может, ты его взяла, а? Блин. Чё за фигня, а? Здесь нету, здесь только топор. Здесь нету. Чё за фигня? И здесь нету. Что это за фигня такая? О-о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 
куда делся реально посох, друзья? Как вы думаете, кто его украл? Может быть, этот, который там около дома ходит, вот этот? Черт, а? Куда реально делся мой посох? Я его еще и друидам должен отдать. Капец. Вот это очень уже фигово, друзья. Это реально фигово. Черт, что же делать? Ад, блин, что же делать реально? Так, слушайте. Ну-ка, подожди. Слышь, а где, кстати, Альтаир? Может, это Альтаир взял? Опа, плюсик. Альтаир? Альтаир мог взять? Блин, а? Он же вампир, ну да, может быть, он начал себя не контролировать, может, он обезумел? Так. Давайте-ка сейчас попробуем найти Альтаирыча. Капец. Блин, что же делать, друзья? Ладно, короче, смотрите, попробуем сейчас пробраться в деревню. Да, ой, зачем я в летучую мышь-то превратился? Давайте в маскировочку, да, маскировку. Все, мы подрубили, короче, маскировку. Попробуем, короче, вообще найти Альтаирыча. Он ведь, по-моему, вампир, но переодетый в охотника на вампиров. Так, это Альтаирыч? Нет, это не Альтаирыч. Так, ну-ка. Так, вот сюда пойдем. Смотрите, там какой-то охотник на вампиров бегает. Смотрите, как будто вообще обезумел, да, смотрите. Что-то бегает туда-сюда. Ну, кто это такой вообще? Давайте посмотрим. Эй, а, это Альтаир, Альтаир, это ты что ли? Говорит, смотрите, и да, и нет, короче. Я же вижу, ты Альтаир же, да? Или да, или нет. Смотрите, по-моему, короче, на него какое-то безумие, либо, короче, магия наложена, либо еще что-то. Капец, смотрите, да, реально обезумел, просто бегает, короче, и все. Слушайте, кстати... Реально, может быть, на него подействовала темная магия, или, я не знаю, или то, что он вампир, но должен казаться охотником на вампиров, может, он вообще его одичал, смотрите, что-то там ходит, бегает, короче, так, Альтаирыч, иди сюда, так, это ведь Альтаирыч, или не Альтаирыч, капец вообще, а, что делать-то, да ну тебя нафиг вообще, Альтаирыч, блин. Или не Альтаирыч? Ну-ка, подожди. Ты мне что-то сказать хочешь? Ну-ка. Что там? Куда? Ну-ка, давай, веди, ну-ка. Смотрите, ведет куда-то. Ну-ка. Я что-то вообще ничего не понимаю. Так. Ага, здесь походили, так. Че он ищет? Я не могу понять. Так. Смотрите, идет куда-то. Ведет к себе, типа, в комнату. Ну и что здесь? Ну-ка. И что надо делать-то, Альтаирыч? Что такое? Ну, сундук, да, и что там? Что там, Альтаирыч? Там что-то есть? И да, и нет, говорит опять. Да что с тобой не так? Может, за ним кто-то следит? Это Альтаирыч, по-моему, друзья, ведь, да? Ну-ка. Смотрите, посох! Офигеть вообще. Так, аж дождь пошел, короче. Альтаирыч, ты где там? Альтаирыч, куда он побежал? А, вон ты где. Ты что-то вообще, по-моему... А ты что, мой посох, что ли, схватил, получается? Короче, да, вот смотрите, он говорит и да, и нет. В общем, его, смотрите, во-всякому колбасит. Мне кажется, друзья, надо, короче, знаете что? Надо это... Так, дверь там закроем. Так, опа. Надо, короче, его расколдовать. Да, надо, короче, его от вампиризма избавить. Да, Альтаир, тебя надо от вампиризма излечить. Снова сделать Альтаирычем. Да, друзья, короче, смотрите. У нас с вами теперь есть новая миссия. Излечить Альтаира. Да, вот пока все остальное подождет. Ведьма подождет. Потом наша барышня, которую надо расколдовать, тоже подождет. Надо нашего бразу Альтаира сделать не вампиром.
Так что давайте, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите, сделать Альтаира не вампиром или не сделать. Ну, по-моему, Альтаир сам хочет, да, чтобы, короче, вот, все, ему уже надоело быть и охотником притворяться, и вампирычем, он хочет снова быть обычным крестьянином, да, вампирыч, Альтаирыч, вот так вот. В общем, все, давайте, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваш коммент внизу в комментах. Ну а с вами был Евген Бро, Альтаир Вампир, и всем пока-пока.